На Востоке продолжается гонение на христиан. Преступники врываются в дома и церкви с наступлением темноты, а затем совершают акты агрессии, которые зачастую переходят в мародерство. Очередное преступление произошло в Индии. 45-летнего священника Себастьяна Кипарамбеля, проживающего в городе Бадха, жестоко избили и ограбили. Ночью в дом священника ворвались 3 человека, избили его и исчезли, украв 50 тысяч рупий. В настоящее время Себастьян Кипарамбеля, который является приходским священником местной церкви Сант-Мария и управляющим католической школой, с многочисленными ушибами находится в больнице. Полиция занялась расследованием нападения, но до сих пор никаких комментариев не дала. По словам священника, когда бандиты ворвались в его дом, они требовали у него какие-то документы. Местный епископ Себастьян Дураирх, осудив насилие, сказал, что священник очень активный миссионер, который смог установить хорошие отношения с людьми. Архиепископ Хопала Лео Корнелио, глава Совета католических епископов, послал индийскому премьер-министру письмо с призывом обеспечить безопасность индийских христиан, которые в последние годы постоянно подвергаются насилию.